Завтра свой профессиональный праздник отмечают работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Накануне праздничной даты в районной администрации состоялся торжественный прием тружеников агропромышленного комплекса Славянского района. Анна Монстеренко с подробностями. День работника сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности – это праздник тех, кто с утра и до позднего вечера, без выходных и в любую погоду трудится на земле, выращивает хлеб и овощи, поставляет на наши столы свежее молоко, мясо и другие продукты питания. На торжественный прием в районную администрацию были приглашены лучшие представители отрасли сельского хозяйства района – агрономы, трактористы, доярки, механизаторы. За плечами каждого из них годы тяжелой, но интересной работы, от которой зависит экономическое благосостояние не только нашего района, но и страны. Отец всю свою жизнь проработал в сельском хозяйстве, но он работал в животноводстве. Я к этому пришел осознанно, абсолютно осознанно. Праздником действительно я горжусь. Да, работа сложная, но мы ее выполняем и как бы останавливаться на этом не собираемся. С таким же энтузиазмом о своей работе рассказывает и доярка сельхозпредприятия «Приазовская» Екатерина Редкозубова. На молочно-товарной ферме она работает с 2013 года. Ее надои молока от одной фуражной коровы самые высокие в районе – почти 6 тонн молока в год. Секрет успеха – любовь к профессии и хорошее настроение, с которым всегда надо приходить на работу. Когда приходишь с хорошим настроением, работается легко. Незаметно даже день проходит. Бывает уже, вроде только 4 утра было, уже 8 вечера, уже домой, все. Я горжусь тем, что меня пригласили сегодня сюда, в администрацию. Я первый раз вообще в жизни здесь. Работаю, стараюсь, надеюсь повышать показатели, дальше трудиться. Еще хочу сюда приехать на следующий год. Приглашенных на торжественный прием с профессиональным праздником поздравил председатель районного совета Григорий Литовко. Меняются эпохи. Меняется техника, но не меняются прекрасные наши люди, которые трудятся, прикипели на славянской земле. Вот многих сидящих я знаю вас хорошо, всех, с многими мы работали много лет. И вы знаете, Славянский район отличается прежде всего прекрасными людьми, профессионалами, преданными своей профессии. Только вы знаете цену зерна, цену хлеба. Цену труда – это с раннего утра и до поздней осени. И порой даже и в непогоду надо досеять, додоить, докормить и так далее. И тому подобное. Поэтому я вас от всей души и ваши трудовые коллективы поздравляю с этим замечательным профессиональным праздником, с Днем работника сельского хозяйства, перерабатывающей промышленности. Желаю вам, вашим семьям крепкого здоровья, семейного благополучия, мирного неба и хороших урожаев. В честь профессионального праздника передовикам производства вручили благодарственные письма и памятные подарки. Спасибо за ваш труд. Анна Монастыренко, Андрей Вишневский, Георгий Калинин. Программа «События».